Доля пневмонии и число жертв растет. В Югре за выходные и понедельник выявлено 612 случаев коронавируса. Больше всего в Сургуте. В нашем городе 141 исследование оказалось положительным. В Ханты-Мансийске таких 95. В Сургутском районе сохраняются невысокие темпы заболеваемости. За три дня 17 ковид-подтвержденных. Увеличивается доля тех, у кого инфекция протекает в виде воспаления легких. Пневмония вышла в статистике на первое место по виду течения болезни. За три дня ее диагностировали у почти 300 человек. Выписаны 466 пациентов. За пятницу, субботу и воскресенье погибли 18 югорчан.